Приветствуем вас на канале valtreka.ru, электрический персональный транспорт. Сегодня в обзоре электрический бюджетный фэтбайк Cyberbike 350 Вт 36 Вольт. Данный фэтбайк складной, рама алюминиевая, прочная, мощность мотора 350 Вт 36 Вольт, емкость батареи 10,4 Ач 36 Вольт, аккумуляторы с фабричной Китай. Максимальная скорость на данном велогибриде составляет до 30 км в час, пробег до 40 км, тормоза передние, задние, дисковые, механические, управление ручка газа на руле. На велогибриде установлен LCD-дисплей, который показывает уровень заряда батареи, вашу скорость и пробег. Передняя вилка амортизатора без регулировки по жесткости и без блокиратора. Ну, в принципе, если катаетесь по бездорожью, то она вполне сойдет. Вес велогибрида около 30 кг, нагрузка до 110 кг. Велогибрид поставляется без крыльев и багажника, который вы можете приобрести дополнительно отдельно в нашем магазине valtreka.ru. В первую очередь данный велогибрид подойдет подросткам, молодежи за счет недорогой цены и ярких интересных цветов. Подробные характеристики и стоимость смотрите на valtreka.ru.